Всем доброе утро. Маленький обзор моих снастей. Вот так вот с наскоку с утра. Вот ловлю обычно на крючочке обнор. Такие полюбил в последнее время вот такие восьмерочку. Что зимой, что летом. Вот. И пользуюсь. Ну, эти вот вообще редко всякие, блядь. Это старые барахло валяется. Вот. Обычно всегда вовнером рыбачу. Это эти стопорки на леску. Да. Вот. Поплавочки. Такие вот. 3 грамма. Сколько? Тут не написано. Тут 3,5 грамма вроде. Скользящий. А этот... Это 3 грамма тоже. 3 грамма. Вот. Коробочка такие вот есть. Штучки. Быстросъемщики. Такие есть. Там крючочки упали. Ладно, потом поднимем. Такие есть быстросъемы. Вот. Такой. Вот они. Это на поводочке. На тоненькую леску. Ну и тут всякие. А еще вот. Безузловые. Колечки, колечки, карабинчики. Тут на фидер отходы такие. Вот. 2, что ли, осталось? 1. Вот. Такой. Один. Зловой тоже. Всякое это... Карбон на поводочек. Так, коробочка. Тут грузелочки. Всякие. Всякое барахло. Тут тоже всякое барахло. Мы кофе пьем. Вот моя катушка. Одна из первых. Вот. Две шпули у нее. Это вроде Шимана какая-то. Может, Шимана. Кто знает, подскажет, что за катушка. Катушка Катя, Катенька. Быстросъем такой. Вот. Тут вот что написано. Такая катушка. Ну, мне нравится. Это мочевая, типа. Но вторая шпуля обычная. Я вот мочевой катаюсь. Быстрая она. Не знаю, по оборотам. Тут все потерлось, старенькая просто. Такая вот. Ну, работает. ТО надо сделать, кстати. Ни разу не делал ей ТО. Вот. Кофеёк опять пьем. О, тихоньку вчера кушал. Кушал тихоньку. Такая вот тихонька. Бодрящая. Ну что, пишите, комментируйте, что может подскажете.
Ловлю обычно на фидер, на удочке. Что-нибудь такое с крючками. Не браконьера. Но старый браконьер. Давайте. Всем хорошего дня. Удачи. Будем здравы. Будь добро.